Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот наушники Pioneer CM531. Вот так они упакованы красиво, в такую плотненькую упаковочку. Она довольно такая плотная, не хлипкая. Вот они сбоку тут выглядят. Шнур 3,5 метра. Вот. Здесь вот у них идет описание. И давайте же посмотрим, что же здесь написано. Давайте я прочитаю. Я думаю, если вам может быть видно. Так, комфорт при прослушивании. То есть вот стрелочка, да, у нас сюда свободно регулируемая затылочная душка. То есть они еще и регулируются, это очень удобно. Широкое оголовье, да, тоже сюда вот для, наверное, больших голов. Это будет удобно, хорошо. Мягкие велюровые амшубры, господи, не могу прочесть, амбрушевые, да, как-то так. Да, они вот велюровые, и да, на самом деле я их купила из-за этого, потому что старые наушники мои, вот мои старые наушники, у них тоже вот эта вот мягкая часть, и мне очень нравится она. То есть до этого я покупала с кожаными, но я так и не смогла, у меня очень сильно начали уши болеть. В итоге я их продала. Поэтому я очень много лет уже искала, и вот наконец-то нашла. Так. Односторонний кабель, а кабель 3,5 метра, ну не знаю, наверное, это удобно. Так, односторонний кабель наушников, то есть только с одной стороны, это удобно, потому что у меня с двух сторон он вечно мешает, обычно, особенно когда что-то делаешь за столом. Так, дальше что у нас тут? Так, мини-штекер 3,5 мм, ну это стандартный. Так, тут, так, поехали здесь, что у нас? Высокоэффективные излучатели. Большой динамический излучатель 40 мм. Облегченная звуковая катушка. Сильный магнит на основе редкоземельных металлов. Редкоземельных. Интересно. Поворотные чашечки. Ну, насчет поворотных чашечек я даже не знаю. У меня тоже поворотные. Ну, не знаю. У каждого разная голова, что ли. Не знаю, для чего. Напишите в комментариях, для чего они. Чтобы не одевать просто наушники на голову, а просто послушать, что там идет. Так вот, повернул его к уху, перевернул там еще, не знаю. Так, ну, система там басов какая-то. И... А, технические характеристики, да, давайте я их сейчас увеличу, и вы нажмете стоп и посмотрите сами. Вот, и давайте же будем их открывать. Смотрим, здесь у нас что? Здесь какая-то что-то тоже есть. Для металла, наверное, скорее всего. А, тут вообще на разных языках. Русского здесь нету. Ну, что-то здесь. Ну, тут для металла нету. Наверное, сейчас уже сделаю для них. Так, он такой золотистый, так
такой клевый. Здесь этикеточка. Провод сам по себе такой резиновый, такой приятный на ощупь. Такой прикольный. Так, давайте посмотрим наушники. Окей, они вот тут вот глянцевые. Здесь есть некая дырочка, которая из-за которой, короче, хорошие басы. Она с двух сторон. Так, а вот тут, кстати, мягкая штучка. Как она регулируется-то? Не знаю, короче, надо разбираться, как она регулируется. А, она вытягивается. Во, она вот вытягивается. Вот, видите, вот сюда вот. Смотрите. Угу. Они так ароматно пахнут. Так, с этой стороны. Сейчас мы вот так вывернем. С этой стороны тоже. Все вот тут мягкое. Это тоже вся мягкая. Такая, ну, кстати, овальная, как и ушко наше. Это прикольно, наверное, это так надо. Сейчас я посмотрю у своих. Ну, у моих тоже, конечно. У моих круглая. Тут тоже все закрыто штучкой. Но там внутри маленькие дырочки. Как бы плотное что-то и маленькие дырочки. Ну, как обычно. То здесь... Прямо такое мягкое. Тоже маленькие дырочки, но что-то прям мягкое такое. Такое хорошее. Вот, очень хорошие наушники. Попробую сейчас посадить их на голову и с вами их проверим. На голове сидят они просто супер. Так, и давайте померим. У меня есть вот такая вот рулетка 5 метров. И померим наш шнур. Так, у них длина получается 3 метра 64 сантиметра. Вот, даже чуть-чуть сделали немножечко побольше на всякий случай. И давайте же их попробуем включим и послушаем, какой же у них звук. Так, провода действительно хватает, даже остается очень много. Я думаю, 1-2 метра, в принципе, хватило бы. Так, давайте включим. Так, вот у нас максимум. Кстати, работают они довольно громко, то есть можно просто их положить вот так вот и слушать. Но я вспоминаю свои, по-моему, они погромче работали. Сейчас я попробую в ушах и скажу, есть ли там басы или нету. Вот эту вот мелодию, вот она реально, она прям басы, громко. Так, музыку я слушала из картотеки Ютуба.
так что можете не бояться за меня. Ну, басы действительно реально есть, он реально громкий. Где-то до 30 я прибавила, он уже был громкий, мне прям даже как-то с непривычки это было. Вот, то есть просто даже 30, даже не половина, а немножко меньше половины. То есть они реально громкие, они очень, кстати, удобные. Удобно сидят на ушках из-за того, что они овальные. Удобно вот здесь вот, то есть здесь вот не давит. Она как бы мягенькая, и она просто ложится по вашей голове. То есть ну, не пластмассовая штучка, как это на других, да? А вот такая вот мягенькая. Это очень удобно, очень комфортно. Здесь вот, естественно, ничего не жмет, они очень мягкие. И мне прям очень-очень-очень понравилось. Но буду их дальше испытывать, как будет звук, интересно. Вот. Посмотрим, что как дальше. Также я напишу в процессе использования, наверное, попозже немножко комментарий. Потому что изначально сначала любая техника начинает работать не очень хорошо, а потом она со временем как бы изнашивается немножко и начинает работать уже лучше, лучше и лучше. То есть, ну, сколько я уже делала обзоров, я вот постепенно замечаю такое вот. Также обязательно пишите свои комментарии, вопросы какие-то, может быть, у вас есть, обязательно напишите в комментариях. Также вы можете мне написать на почту. Все будет в описании, почтах, ВКонтакте я есть. Вот, куда вам удобно, туда пишите свои вопросы, я обязательно на ваши вопросы отвечу, они мне будут приятны. Вот, также подписывайтесь, не забывайте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, какой-нибудь новый обзор очередной или влог. У меня прекрасные влоги, добрые влоги, вот, всем нравится, и вы обязательно посмотрите их, как мы с сыночком живем, гуляем, путешествуем. Вот. И с вами был канал Артмания. И всем пока-пока.